Ирга қарап келеді да. Мысалы, ене жынды болса, енені ойлап, ата жынды болса, атаны ойлап, саған жақшылық қалған нәрселер жынды ойлап. Тәжізде, ошол шығарманың мазмұнына кіріп кетеді екенсің, иә? Сен ол да қорықтың ба, ошол болғандай. Қадам жасағаннан қорықтың ба? Ежеке ұрсат деп. Ұрсатпаймын. Жоқ. Biz bu jaka iki bağıt menen geldik. Birincisi bu baldar menen işlerini canlı metadı, jaş kayırık. Bu praktikalık iş bulup da, praktikalık istetemiz, iş düzünde görürüz. İkincisi bu etnosolfeggio dedi. Bitet boyunca seminar bulup da, teoretiklerge, solfeggio salondaki muallimlerge. На базе нашей школы проходил мастер-класс с тренингами Баткенской области, куда приехали педагоги из школ Баткенской области. Жалпысынан облыс бойынша 7 музыкалық мектептен 23 мұғалім келіп қатышты. Қадамжай шаһардық музыкалық мектептен 15 оқушысы бізден тренинг мастер-классқа қатысты. Аба ұрайық, барап, біраз түнеріп, бүгін алам жарқыраған түр берсе, ертең кісе ұрас қоқты бүден. Ұлғайып бара жатамыз, алмын жоқ сүйкім балдарға. Біздің балдарыз қысты мектебінде солфеджио сабағы бұл Европа жосын классикалық дүйнөлік композиторлардың шығармаларын ырдатып, же болбосо ошол мурдагы калыптанып калган метод боюнча сабактар өтүлүп келген. Бизге жаңылануу кирди десем болот да. Берилген оңду аяга чыгып жазып атпайбы? Бир, эки, үч, төрт так экен, э? Da 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 de da 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 de da 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 di da di di da. Жазды, э? Үчүн байлап жаратылыш сулууларды. Жаратылыш Ошо китептер чыкса деп үмүт кылып жүргөнмүн. Ошол үмүтүм орундалды деген ойдомун да. Себеби этносорфежада билим берүүчүлүк жагына басым жасаганда бизде кыргыз балдарына патриоттук сезим ойгонот. Ошо кыргыз обондорун мен сорфежада колдонгондо балада сорфежа сабагына кызыгуу пайда болот экен да, билим берүү жагынан. Балдар комуз алистиги менен азыркы этносольфеджио өтө тыгыз байланышта экен да. Алар ушундай тыгыз байланышта болуп, биз ошол комуз сабагында өтүлгөн күйлөрүбүздү сольфеджиодо фортепианода алар өздөрү угуп, анда ошол ноталарды ырдап, аны чертип фортепианода аларга жакын күйлөр, же болбосо жүрөгө сиңген күйлөрдү, кулагына угуп турган күйлөрдү сольфеджиодо ырдап, мындай сабак өтө жугумдуу болот экен да. 2, 3, 4, 5. Чок-чок-чок, мен эле берем. Метрді мен эле берем. Только сілер, мен зип дедім бе, ошол темпінің. Раз, два, зип. Өзгөчө балдарды ритм жақтан иштөөсү, кол чабуу менен ошондой усул менен бизди кече даярдап өзү көнүктүрүп окуучулар менен биргеликте сабактар өтүлүп атты да. Бул жерде ритмдерди тааныштыруу сулук память, анда сактоо жактарында көрсөтүп берди. Мен ошол жерде ойлоп калдым да, баягы кол менен шилтеп, колду чаап ыкмасын киргизиптир. Бул эң сонун ыкма экен. Быстрее.
Балдар келет, сабағын өтет. Біз оны үйретеміз, жаттайын, кетет болды. 45 минутын сағын жеті. Біз балаға сағықты беріп, жүретеміз баланы. Себе екі балаға индивидуальный сағықты өткөрсөбүз керек. А бұл жерде именно общение болған үшін, ойындар көп болған үшін, балдарға аябай қызықты болды. Қайырлы өзіне Биз болсо стенада кетебиз да, анан алар кол чаап жүргөндө мен өзүм болсо мындай башкача сезем да. Сөз менен бир айтып калган. Я когда играю, если вот одно и то же место долго не получается, а просто со злости по фортепиано. А когда вас учителя хвалят, что вы чувствуете? Я молодец. А молодец, я молодец. Да? Такое бывает? Да. Всегда. А если ругают за то, что не получается? Буга чейин биз эми балдарды изденүү, мугалимдерди изденүү деген талаптарды көп колдонбойт элек. Азыркы ушул тренинг аркылуу ушинтип окуучулардын ой сезимине, ой жүгүртүүлөрүнө көптөгөн максаттарга жетүүгө шарт түзүлөт экен. Эмнеге силер оюнга чакырдыңар? Театрдан карап туруп, о, түшүндүк. Баарын билип алдык деп ойлошуңуз мүмкүн. Когда мы создавали группы, дети очень боялись, говорили, ой, Ольга Викторовна, вдруг мы не сможем что-то сыграть, вдруг мы не сможем что-то сделать, все. Я их успокаивала и говорила, все будет видно на месте. Вы не переживайте, главное, будьте внимательны, и все, что вас будут просить, это выполняйте. И вы представляете, какое было удивление мое, когда я увидела своих детей, совсем они стали другими. Раскрепощенными, эмоциональными, вдохновленными, глаза их горели. Они прекрасно выполняли все задания, которые давал им Дастан. Пеш, 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 алты, 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 алты. Вот, сказала, да? И левой рукой можешь вот так. Это уже бабочки, цветение. Видишь, атмосферно. То есть... Смотрите. Нас обучали внимательности и сочинять свои же ноты, которые нам по душе. Но раньше я не думала даже о сочинении своих нот. Я даже не пробовала, не думала об этом. Но сейчас, когда... Нам сказали сочинить свои ноты. У меня вроде все получилось. Я смогла передать музыкой все чувства, которые у меня были внутри. Бизге айтты, өзүңдүн оюңдан бир чыгарма чыгарып кел деди. Анан мен үйгө барып, үйдөн аккордеоном алып, өзүм нота жаздым, обон чыгардым. Мен алдын обон жазбайт элем. Ушел мастер-класстан, тапшырма бергенде биринчи жолу болгон жазып көрдүм. Наша тема была высота. Мы должны были показать это в музыке, симпровизировать за 15 минут. Про тему мечта. Я сочинила на инструменте фортепиано, то есть рояль. Там мы из двух нот сделали целый оркестр. Нам показывали жестами, где, как, что играть. Вроде мне понравилось все. Бардыгы жакшы кабыл алды. Мындай Адасан беке бул тойорубу, тойор кылса болот экен деп айтты. Я смотрю, дети у нас прекрасны. Заходят на сцену, садятся за инструмент и исполняют то, что они сочинили. Им это очень нравилось. Играют на инструменте, на баяне, на аккордеоне, на фортепиано. Я смотрю и думаю, как же это, оказывается, можно так раскрепостить человека, творчески заставить их работать вот именно в музыке, быть такими творческими. Мен мисалы өзүм балдарымды башка жагдан көрдүм.
Мен білген, что, допустим, Баелде, Эшпаев, Эмиле бар талант. Они слухащие, они могут. Но что другого Айнура может написать такую музыку? У меня куткен жоқпын. Значит, біздің балдарызды бірімді композициядан обуын жазырғанға біз көңіл бұрға әйткеміз. Да? Себе біз көңіл бұрғанға да вақытыз жоқ екендағы. Мен ойлатам, еме, директорым, Ольга Тұрнөйттағыз, біз ол көңіл бұрғыз кеген. Ошон қол көңіл бұрып бір қақ конкурс жарылап, біз әтін бір жылай, бір жылу, екі жылу өткөрсіз кеткен. Сен шоны балдар ачылат кейін, өзің дүниесіні көрсет өткен. Терең рашырық білдіріз, ұшы аз уақытын ішінде жыл оқучыларға көптеген дай нерсені үйреттіңөр десем жаңылышпаймын да, себебі оқушылар өздерінің бір эле мезгилде 2-3 нотадан эле бір целый оркестрді түзүштү. Начиналась она с нотами, с нотами. И я играла, вот потом я забыла, потом опять играла, вот так вот сочинила. Я потом писала в тетрадь это все и показала Дастанбайке. Ну, он, конечно, вот сказал, что у меня там есть недостатки. Ну вот мы вместе исправили это все. Из-за того, что мы первый раз так делаем, это, конечно, будет нехороший прям результат, но вполне всем понравилось. Эта музыка, которую я сочинила, понравилась всем. Өнүктүрүүчүлүк жагында балада өзүнүн обонун өзүнүн өркүндөтүү жагына бул чоң салым болот экен да. Ошо баладагы мекенге болгон сүйүү, обондорго болгон сүйүү козголот экен. Мен ошону сездим. Көрсөтүп жаткан процесс аркылуу мугалимдерге, азыркы өспүрүмдөргө, азыркы жаш муунга сабакты кандай өтсө болот, кандай кылып кызыктырса болот деген суроолордун негизинде көрсөтүп бердик. Ал жыйынтыгы болуп биз 15 мүнөттүк балдардын катыштырып импровизациялык концерт өткөрдүк. Вот с ребятами это полная импровизация была. Да. Даже играли по-другому, но ребята схватывали всё на лету. Мы уже понимали друг друга без слов. Когда был заключительный концерт, такой необычный концерт. Они выполняли все то, что вот говорил им Дастан. Они его слышали, слушали. Вот он своей энергией зарядил их так, что они были как одно целое с ним. Вот это вот, конечно, очень и очень обрадовало нас. И что вы думаете? Дети не хотят уходить. После завершения концерта они не хотят уходить. Они сейчас тоже заплачут, не надо. Они опять остались с Дастаном, разговаривают с ним, обсуждают все. Главное то, что они зарядились очень хорошей, позитивной творческой энергией. Сіздерді дағын көптен-көпке күтеуіз, келіп-келіп тұрмыздар. Кичине болса да концерт қылып бергеніңіздерге чоң рахмат. Вот это большое-большое спасибо тем, кто у нас вот здесь вот провел эти мастер-классы. Егер де біз ұшыл келечекте, ұшыл сафежа сағынан сілердің алған кішіне ұлаз уақытта үйренген ұшыл мастер-класстарызды біз ұшыл сағыға қолдан оғыз деген ойда кет атауыз.